Когда приехали, значит, специальная школа и из, как бы, как это сказать, коммуна, как по-русски правильно? Самоуправление. Самоуправление. Так вот, всех детей в самоуправлении везут в эту школу, чтобы они там учили датскому, учились датскому. И так как мы не могли его отвезти, у нас на тот момент даже автомобиля не было, мы приехали, у нас первые, не знаю, там полгода, наверное, не было машины своей, то за ним каждый день в течение 2 лет возили в эту школу на такси. Туда и обратно. Вы, да? Бесплатно. Бесплатно? Бесплатно. Самоуправление оплачивает такси, оно забирает всех детей вокруг, то есть он не один, его ни одного везли, а там еще там 3-4 ребенка в этом такси. Таксисты проверены, то есть у них есть несколько таксистов, которые вот возят конкретно детей в школу. Но это обычное такси, то есть это не специальное какое-то самоуправление такси, это обычное стандартное такси. Это даже такие деньги платили за такси, по сути дела, или такси дешевые? Да, да. Это самоуправление оплачивает. Ничего, какие здесь такие вот еще плюшки есть интересные? Вот, то, что нравится, например, там в Латвии, такого нет. Но образование бесплатное. Образование бесплатное. Высшее образование бесплатное, и еще стипендию платят. Да. А, получается... Независимо от того, как ты учишься. Да. А нужно датский язык знать, чтобы учиться здесь, или на английском можно хватит? На английском. Можно на английском. Есть тоже несколько бесплатно. Вузов, которые предоставляют обучение на английском. Но чтобы поступить, тебе нужен экзамен по-английскому сдать. То есть у тебя он должен быть сданный в своей стране или как-то есть, по-моему, не помню, как он называется, этот экзамен. У нас есть несколько знакомых, которые учились в Дании. Они приехали из Латвии в Данию конкретно на учебу. Даже и отучились здесь, ну и остались уже здесь, собственно. А вот, Антон, по документу, как понимаю, с Латвии очень просто сюда приехать, да? Если там есть документы Евросоюза. Да, первый раз, когда я сюда ездил, еще не было Евросоюза. Ну, фактически он только-только начал. То есть мы только вступили в Евросоюз, и тогда надо было... Я шел в датское посольство, оформлял документы, вот это все. Должен был иметь контракт. И так дальше. Но сейчас это все очень просто. То есть любая, то есть ты как член Евросоюза, неважно какая страна, ты можешь ехать в любую страну Евросоюза. И если ты имеешь контракт, получаешь контракт на работу, любую работу, тебе в принципе должны выдать ПМЖ обязательно. Сразу же ПМЖ, да? Да. И гражданство может получить датское? Нет, извиняюсь, не ПМЖ, ВМЖ. ВМЖ. Временное. Через 5 лет, да. Да, в Дании, но в каждой стране правила свои. Тем не менее, но ты можешь это сделать. То есть нету никаких ограничений в этом. А вообще здесь гражданство получить датское сложно? Или... Сложно. Сложно? Да. То есть у меня брат, он мой родной брат, он в Англии, но он программист. И они, по-моему, через 5 лет или через 6 лет проживания в Англии получили гражданство. Англия, да? Да. Это так быстро, в принципе, да. Да. Если Германия через 8 примерно, Англия 5-6, да, тоже? Да. Быстро. А к Дании долго очень? Долго. Или вообще долго? 9 лет. Тоже, да? Причем там еще они ставят ограничения, если ты не работал, ты гражданство не получишь. А, если здесь не работал много лет, да? Какие-то были правила в течение последних скольки, или 7 лет из 9 ты должен отработать, как-то там так было. Да. 7 лет из 9. То есть те люди, которые сюда приезжают и хотят жить на пособие всю жизнь, то это не прокатит, это не про Данию история. Угу. Здесь вообще пособия есть все-таки или как-то? Пособия есть, но они низкие и их сложно получить. А низкие сколько? Где? 700-800 евро. А, всего лишь, да? Это да. Еще квартиру тебе оплачивают к этому плюс? Или... Да. Они нет, квартиру тебе могут оплатить только 50% от вот, того, что ты платишь за квартплату. Угу. Вот это они могут оплатить. Но, в принципе, все остальное ты сам будешь оплатить. То есть это очень, очень такой жесткий режим, на самом деле. Очень. Ну, очень сложный такой очень режим. Сложно. Получается, пособие такое, оно не сильно здесь кайфово, ну, да? Пособие это, чтобы не помереть с голода, но вот жить, только, жить да? На него нет. Да. Это очень-очень такая жесткая экономия, прям жесткая. Жесткая экономия. Понял. А вообще вот еще такой вопрос. Вот порекомендовали бы подписчикам, например, или там вообще вот людям, стоит переезжать в Данию жить на постоянку, или все-таки... Я вот... Нет, на самом деле нам нравится. Вот нам нравится. Мы знаем много людей, которым нравится прям здесь. Дания. Да. Я скажу, почему мне нравится. Потому что
вообще люди разные, и людям разное нужно. Поэтому я тут в каком-то на Фейсбуке где-то написал в комментариях, то, что есть миллион и одна причина. И если ты с этим готов жить, ситуациями с этими, то да. Если нет, то нет. То есть, скажем так, почему мне нравится Дания? Никто не лезет в душу. То есть уважает твое личное пространство. Границы есть такие, да? Да, абсолютно конкретные. Первое. Второе. Уважает твою частную собственность. Это тоже очень важно. Третье. По крайней мере, в провинции практически, ну, очень мало каких-то преступлений, воровства практически отсутствует. Почти нет. Ну, есть, в больших городах. В больших городах этого, конечно, больше, но в маленьких городах люди часто не... То есть дома оставляют открытым, двери просто в дома открыты. Никто не закрывает на ключ. В деревнях там машины люди приезжают, оставляют открытыми. То есть, потому что никто, ну, очень мало воровства таких вещей. То есть ты живешь спокойно. Нету никаких там гоп-стопов, такого в принципе, ну, вот в маленьких поселениях вообще нет такого. То есть драк никаких нет, алкоголизма нету такого вот повального, как у нас в деревнях, да, то есть где-то там. А в Латвии тоже так же, да? Ну, не, ну, сильно, ну, не так, чтобы можно, я не знаю, как в России, я, ну, я знаю, что меньше в Латвии, чем в России, но тоже присутствует довольно много. Здесь этого нету, хоть и деревня. То есть, в принципе, здесь не такая большая разница между Копенгагеном и деревней там какой-то. То есть, ну, здесь люди везде живут нормально. Примерно ровно, да. То есть ты спокойно живешь, ты уверен в завтрашнем дне. Вот это плюс. Плюс ко всему, мне лично, что нравится, я не люблю жару. То есть я бы не смог себя, я не представляю себя в Испании. Мне там жарко. Летом, да, особенно? Да, я привык к холоду, собственно, такому прохладе какой-то. Я не представляю, как можно физически работать, когда на улице плюс 25. То есть, да, для меня комфортная 35. Температура, да, для меня комфортная температура для физической работы — это там плюс 15, максимум плюс 18 градусов. Я работаю в майке, мне хорошо. Ну, холоднее кофту наденешь, но лучше я надену кофту, чем я сниму с себя все, и мне все равно будет жарко. Да, не мокрый будешь ходить, да, получается? Я работал во Франции, когда было плюс 40. Это катастрофа. Просто с меня, вот моя физиология, с меня просто течет под градом. Просто я не могу, я выпиваю по 5 литров в день воды. Мне трудно очень. То есть вот этот. Потом мне нравится, у меня лодка есть парусная, маленькая яхточка здесь. Здесь, потому что здесь есть море, море близко, очень просто это все можно сделать, это недорого. То есть если у тебя нет запросов там на суперяхт, а денег немного, любой человек себе может позволить иметь лодку. Так как я родился в Юрмале, я с 10 лет с парусом знаком, катался на оптимисте, на виндсерфинге, для меня это важно. Я люблю лодку, люблю парус, и у меня здесь это есть возможность. Здесь без проблем можно найти лодку за 1500-2000 евро, небольшую, и выходить на ней там на 2-3 часа после работы покататься. В море, да? Да, без проблем. После работы даже? Это, а работа здесь до 4 или до 5? Я начинаю работу в 6 и работаю до 2:30. 6 утра? В 6 утра. Это прям завтра на работу идти, да? Да, в 5 утра я встаю, в 6 утра я на работе, и у нас две паузы. Пауза по звонку, как на заводе, дзынь-бзынь. 15 минут первая пауза, 20 минут вторая пауза. В 2 часа 35 минут я заканчиваю работу. Это чек-аут и еду домой. По сути, 8 часов, да, получается? Да. Это специально график, чтобы просто днем время было, да? Да, чтобы ты мог детей себе забрать из школы, из садика. Да, они вообще очень рано начинают работать. Очень рано, да? Да. А вот так вот спать-то во сколько ложитесь, получается? Вот мы сейчас сидим, 9. Уже не поздно? 9-10 обычно. 9-10, да? Детей обычно укладывают часов 8-7. А маленьких в 7 укладывают. 7. У нас так не получается. Да. Мы еще не датчане. А вообще вставать вот с утра так нормально? В 5 утра это как-то... Ну, тяжело, да. Ну, летом легко. Летом зимой легко. Зимой сложнее, конечно, когда темно на улице. Потому что это получается... У меня, помню, были моменты, когда я начинал работу в 7 и заканчивал там в 4. И когда самое темное время, там... Там. Света белого не видно. Да. Не видишь, фактически, да? Нет. Ты уходишь на работу, еще темно, приходишь с работы, уже темно. Уже темно тоже.
Это вообще работа тяжелая как-то, все-таки усталость есть такая, выгорание такое вот, или все-таки или нет такого? Скажем так, зависит от коллектива, зависит от работы. У меня на работе, скажем так, здесь нету халявы. Вот. Про вот такое слово можно вообще забыть. Ну, я так и понял, да, в Европе где еще помню. То есть, если ты работаешь 8 часов, ты работаешь 8 часов от звонка до звонка, и ты работаешь каждую минуту своего времени. Ты не можешь там... Покурить выйти, да? Практически нет. Как вообще тут выглядит рабочий день? Как вот 8 часов работаешь каждую минуту, как это каждую минуту выглядит? Ну, скажем, ты не можешь сесть и посидеть, если ты устал. А, нельзя такого, да? Нет. Если что-то, если там какой-то, ну, ты там что-нибудь вот так вот руки держишь, там, и как-то же не будешь там час это держать, это же вообще там... Ну, нет, для этого существуют краны, для этого существует техника. Здесь очень много техники, прям очень много. Угу. Практически вся работа как-то... У нас на предприятии, например, два робота, которые занимаются резкой, плазменной резкой. Угу. Как бы, чтобы раньше это делать вручную, сейчас они купили двух роботов. Это чтобы облегчить работу. Облегчить работу. И это абсолютно обосновано финансово. То есть это то есть, как бы, учитывая уровень заработной платы здесь, в предприятии дешевле купить робота, чем иметь работника. А, это даже так, это они считали бюджет, абсолютно. Да, все, бизнес-план прикинули на несколько лет вперед, и робот дешевле. Да. Но робот окупается в течение года-двух. Антон, а ты вот сказал, говоришь, халява здесь не существует. А вот как все-таки вот они так организовали труд, что здесь вот халявы нет? Дело все в том, что здесь каждый час работы стоит больших денег. Угу. Поэтому если человек стоит долго, то его увольняют. А, все просто. Это они прям, они за тобой смотрят, здесь какой-то наблюдающий есть или нет? Нет, они просто есть определенное количество работы, все примерно знают, сколько эта работа примерно должна выполняться. Угу. Вот и все. То есть... Я родился в Советском Союзе, но я не застал время, как я не работал в Советском Союзе. То есть я был ребенком еще фактически. Когда Советский Союз развалился, мне там было 10 лет. То есть, но как бы тенденция даже в 90-е годы была такая на предприятиях, и там, где я работал, то что да, ты там работаешь, но можешь там немножко пофилонить, да, там что-то где-то, да, там посидеть, отдохнуть, шеф ушел, то и все. Как бы, да, тут тоже, когда шеф уходит, люди расслабляются, но тем не менее они работают. А, все-таки нет такого, да, что все-таки... Здесь чувство ответственности, оно гораздо выше. А, все-таки, да? Ответственности и уважение к своему труду, к чужому труду и ответственности за свой труд. И здесь все построено на деньгах. Поэтому, если человек не работает, это видит, его просто увольняют. У нас были ребята, которые начинали работать, датчане, и были конфликты, когда один раз, второй раз, третий раз они делают какую-то работу, видно, что они тянут резину, на разговор к шефу, все, увольняют. Ушел. Да, увольняют. Его как, на пособие он уходит или просто увольняют его без всяких там выплат, без всего? Предприятие ему ничего не должно выплачивать. А, вот так даже, да? Да. Его, ну, если он платил профсоюз, тогда он получает деньги от профсоюза. Если он не платил профсоюз, он, ну, выходит на, ну, на государственную какую-то дотацию. А вот на соцуме когда вообще сидели? На соцуме были? Нет? Нет. Вообще, вот здесь как вот, если, например, там... Вот тебя уволили, там ты не устраиваешь, там, например, ну, может быть, там, как вот ты работу найти, например, не можешь. Как-то тут стал людей сажать тоже сразу, или как-то, или там он ходит, как вот в Германии, например, там ходит, бумаги приносит, что он туда тыкался, сюда тыкался. Да, это обязательно. То есть, если ты, да, если ты остаешься без работы, с тебя ты обязан посылать минимум две. Не знаю, как просмотреть заявление, правильно. Типа, да? Да, заявление, да, в CV. Ты должен посылать два CV в неделю, минимум. Показывать, что ты типа ходил устраиваться, да? Да, да. Они это проверяют. То есть ты должен показывать там выписки с твоего имейла или копии. Нет, они это видят. Ты заполняешь, заходишь на их сайт и заполняешь, куда ты послал. Они по теории они не проверяют на фирму, послал ты или нет, но они смотрят, что ты послал, ну как бы. Тут все на доверие построено очень много. А, все на доверие. Ну, ты, когда в принципе, ты... конечно, ну, надо посылать. Ну, когда ты пишешь, то есть они могут проверить. Они могут проверить. Они имеют право это сделать. Но когда ты пишешь, вот эти все заполняешь,
Я просто сейчас, у меня жена без работы, когда я был без работы, мне надо было все делать бумажками. Сейчас более дигитализировано все. Сейчас обязательно все через компьютер. Но ты должен писать конкретное предприятие, адрес его и так дальше. И на какую конкретную профессию ты претендовал. То есть... Антон, а вот без работы находишься, стресс какой-то испытываешь, когда без работы находился? Я сейчас без работы, вот моя тема. Ну, я скажу так, стресс испытываешь от того, что тебе надо вот постоянно вот это все посылать. Но, конечно, найти работу сложно. Я поэтому думаю, что учиться идти, вот, потому что, ну, с датским образованием намного это все легче будет. Вот, ну и, наверное, поэтому у меня сейчас так сильно голова не болит, ну, то, что вот я посылаю, ответа никакого, потому что я знаю, что я все равно, мои планы идти учиться. Вот, но, в принципе, ну, да, если ты хочешь, вот прям очень хочешь, вот прям сейчас найти работу, ну, наверное, будет стресс. Да. А вообще, в Германии сказали, что 3 года на социуме сидишь, тебя долбят, а после 3 лет плюют на тебя, и ты просто сидишь там еще 20 лет. Социал получаешь. Здесь есть какая-то Здесь Дании, все наоборот. В Дании так. Если ты вот делаете взносы в эту общую рабочую кассу, то 2 года ты можешь получать это пособие по безработице. 700 евро, то есть, да? Нет, это зависит от того, сколько ты работал и так далее. Но мне кажется, что потолок это 19 тысяч. До налогов. До налогов. До налогов, то 14, то есть 2000 евро. Типа платят, да? Да, но 2 года. 2 года. 2 года, а потом если... это все обрезается. Потом все, потом больше ничего. Ты можешь претендовать тогда на вот это социальное пособие, оно будет 6 тысяч. 900 евро. 900 евро. Ну, минимально, конечно. Да. Но еще плюс квартиру тебе оплачивают, да, или нет? Они не там оплачивают, они от... оплачивают максимум, они тебе оплачивают, по-моему, половину от квартплат. И там очень все, там зависит от общего семейного дохода. То да. есть вот если у тебя там превышена эта граница, тогда тебе ничего не оплачивают. То есть здесь социально как бы тебя вынуждают, чтобы ты пошел на работу, социально здесь гораздо сложнее. То есть пособий меньше, сложнее и все реально жестче, чем в Германии. Просто... скажем так, у нас есть друзья в Германии, у Натальи это троюродная сестра в Германии, у нас есть друзья в Норвегии, у нас есть чем сравнивать. У меня троюродная сестра во Франции. Мой родной брат в Англии, поэтому мы примерно знаем, что где и как происходит. Если хотите на пособие... Точно не Дания. Здесь пахота. Здесь, если ты или ты беженец, или ты пашешь. Вот одно из двух. Ну, с другой стороны, если ты здесь пашешь, то ты нормально, в принципе, живешь. Да. Ты можешь себе позволить 2 раза в год поехать в путешествие. Ну, в принципе, да. В принципе, жить можно нормально и комфортно. И ты не перерабатываешь. Если перерабатываешь, получаешь как-то, ну, вот. Экстра оплачивается, дополнительные часы. То есть, в принципе, в этом плане здесь, я говорю, мы немножко разленились, наверное, потому что здесь ну, спокойно, вот никуда не бежишь, ну, по крайней мере, в маленьком городках. Каждый час тебе плачут. Да, то есть, у меня на работе, к примеру, если я переработал 15 минут, за это 15 минут не оплатят. Реально? Да. А сколько сейчас, получается, работают, Антон? Ну, всех карт я не буду раскрывать, но в принципе, если... Да, не запрещено говорить, сколько ты зарабатываешь. У меня в контракте записано, что я не могу... Да, у меня в контракте записано, что я не могу говорить, сколько зарабатываю. А, тогда не нужно. Но примерно. Какие плюс здесь расценки? Расценки примерно такие. То есть, если ты на стройке работаешь, это примерно 20 евро в час и выше. А это до налога? До налога. До налога. Но это отдельная история. Да, налог – это отдельная история. Значит, если ты специалист высокого уровня, инженер, доктор, хирург, это в районе 7,5 тысяч евро в месяц. Это зарплата такая у них? Да. Ну, она, наверное, быстрее все тоже уходит, да? Там они платят налог 50, сколько? 60%? Да. От всего? Да. И от 7,5 тысяч, получается, ты получаешь 3, да. А все остальное уходит на налоги? Да. Чем больше зарабатываешь, тем больше платишь. Поэтому здесь и выровнено все. Поэтому здесь вот эта прогрессивная система налогообложения, она людей выравнивает и ментально, и социально. Поэтому здесь, если ты профессор, ты не чувствуешь себя кем-то там
особым, потому что, в принципе, электрик, который тебе приходит и чинит розетку, он почти столько же зарабатывает. Так, это, да? Ну, да. Так, а получается, нет смысла расти? Получается, людям, да, и как бы и да, и нет. Дело все в том, что все равно есть статус какой-то, то есть он имеет значение, просто не такое большое, как... Оно может финансово, ну ты все равно, да. все равно больше, ну, все равно ты больше будешь иметь, даже да. если ты больше налог платишь. Да. Да, но все равно же есть человеческие амбиции, хоть чего-то достичь, то есть. Ну да, естественно. А вообще, здесь на статус смотрят твой там? Смотрят. Смотрят, но тут интересная штука такая со статусом. Датчане очень практичные люди, то есть для них, из-за того, что в общем люди зарабатывают относительно много, то, скажем так, тебя никто не будет принижать, но примерно ты должен выглядеть как все. Угу. Как это объяснить, я не знаю правильно, но, ну, скажем так, здесь примерно одинаковый стиль одежды у всех, если вы заметите, посмотрите. Все серые, черные, да, то есть здесь редко встретишь летом даже женщину в платье в каком-то, особенно цветастом. Все в кроссовках. Какие это на тебя будут смотреть вообще очень красиво. Да, да, то есть... Ну, в городе, может, по-другому, конечно. И если ты, если женщина в шубе, то могут это вызвать, особенно в Копенгагене, особенно в норковой или там песцовой шубе, это может вызвать двоякую реакцию. С одной стороны, тебя могут сказать, да, у тебя там статус, и ты богатый человек, это видно, а с другой стороны, тебя могут посмотреть просто с очень большой долей негативизма, негатива, а потому что ты вот не бережешь природу, издеваешься над животными. А, вот в этом плане? Да, да. Здесь очень это движение. Да. А, это против вот всяких там шубы, да? Да, то есть... Как же они к Греции относятся? В Греции же там все этих... Ну, здесь они тоже норок разводят. Да, только они их продают всех в Китае, да, практически. Но сами не ходят. То есть для них это... Если это... То есть здесь немножко по-другому как бы культура она работает. То есть, с одной стороны, если ты... Ну, там у тебя там какая-то бедная одежда, на тебя никто... не обратит там внимания, тебя уничижать никак не будут, но с другой стороны, эта одежда не должна выделяться из общей массы то, как люди одеваются в принципе. Да, кстати, здесь... То есть, если, скажем так, ну, некоторых ребят из там бывшего СССР можно иногда увидеть за километр, потому что ребята идут в спортивных штанах и с барсеточкой. Сразу понятно. То есть, ну, прям это видно. Потому что просто люди так здесь не одеваются в основном. Другая форма одежды, и это бросается в глаза. Вот это бросается в глаза. Здесь очень много в рабочих штанах ходят. Да, здесь абсолютно нормально. С работы в рабочей робе. Вот как были в рабочей одежде грязной, пошли в магазин, нормально. А, здесь спокойно проходится, да? Да, причем даже не то, что спокойно, как бы это даже... Ну, это нормально. Приветствуется? Да. Ну, не то, что приветствуется, но это, в принципе, нормально. Ну, это нормально, абсолютно. Причем смотрит даже на какую фирму у тебя рабочая роба. Там, да, то есть обычно у всех... работаешь. Да, то есть рабочие штаны здесь, ну, это нормальная цена, там, от 100 до 200 евро. Ну, да. То есть... Сникерсы даже тут... Да, 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 вот типа того, то есть если ты там в сникерсах или там ты в булочи, ну, как бы булочь это дешевка, а сникерс это уже там покруче. Сникерсы дорогие, да? Да. Ну, в основном все вот именно вот в такой робе дорогой. В основном же робу покупает фирма. Да, в основном, да. Ну, у меня то же самое на работе. То есть у меня на работе, значит, что-то там 5 маек, 3 кофты и 3 пары штанов. И куртка. Куртка, да. Каждая из них, там есть чип, они чипированы. И когда я отдаю, то есть на стирку... Сам не стираю. Я сам не стираю, робу кидаю. По чипу они определяют, чье это, и потом мне на скамеечку... Даже так? Чистенько кладут. Получается, все за счет работы, да? Да. И обувь тоже. Да. А обувь как часто ты покупаешь? Раз в год я могу покупать обувь. Я прихожу в магазин, и насчет фирмы просто выбираю любую обувь, которая мне подходит. Чем стоит она так? Это просто себе ходить, да, уже? Не-не-не-не, это рабочая. Это рабочая с жестким носком по сертифицированную рабочую обувь. С жестким носком обязательно, потому что я работаю на предприятии с металлом, то есть если что-то на ногу упадет, чтобы была защита. У нас нельзя заходить, в принципе, на предприятие без защитной обуви. Ага.
вообще. Но здесь никому. С обувью очень серьезно. Вот, например, я на кухне работаю, а там то же самое. Обязательно нужна рабочая обувь, там специальная, которая не скользит и так далее. То есть, потому что если ты упадешь и получишь травму, фирма будет тебе платить. А, дорого это выходит, да? Да, и поэтому это очень строго следится вот, за безопасностью. Ну, я стараюсь себе сейчас вот тоже покупать там рабочую обувь раз в год и мягкую относительно, потому что, то есть, чтобы легко было работать. То есть, есть рабочая обувь с жестким носком, но она весит очень мало. Она очень мягкая, как кроссовки. То есть... Да, даже не скажешь, что это рабочая обувь. Да, даже ты со стороны не увидишь. Да, то есть, там есть, кстати, по-моему, Puma, еще какие-то фирмы, которые выпускают типа кроссовок, но с жестким носком, то есть, по сертификатам рабочим. То есть, чтобы она там по маслу ты мог ходить, чтобы не разъедал дизель, ну, всякие такие искры, чтобы не прожигали, то есть по всем. Да, да. Круто, конечно. А вообще, вот, Антон, не было такого вот, что, например, ты уже там выгорел, уже не хотел бы работать, например, как-то вот, или чуть попроще бы найти? Бывает иногда. Находит такие волны, особенно когда там большие заказы, особенно когда в конторе требуют каких-то вещей, которые, ну, сложно требовать. То есть... Сделать невозможно. Психологическая усталость, она есть как психологическая? Есть иногда, да, да. Особенно, когда есть какой-то такой пресс на работе, когда есть какие-то непонимания или отношения негативные там с коллегами, ну вот, в основном такие. Ну и, конечно, когда темно на улице, ты не видишь солнца, то тоже это давит. Вот это очень большая проблема в Дании. Здесь солнца вообще нет. Вообще летом, летом его очень мало. Я не знаю, сколько в общем году солнца бывает? Я не знаю. Месяц за весь год, если вы так... Кстати, здесь дожди постоянно, да? Все время мрачно. Ветер и вот облачно дождь, или вот так серо все время, зимой и летом. И это очень давит на психику, на самом деле. Зимой, прошлой зимой, у нас было 2 месяца, не было солнца вообще. То есть вообще постоянно. Вообще ни одного дня. Вообще ни одного солнца. Дня не было даже, вот, чтобы проглянуло солнце. То есть постоянно облака. Два месяца. Это жестко. Дождь, да? Не то чтобы все время дожди, но просто нету солнца. Нет солнца, да. Вообще снег здесь есть? Редко, редко, практически лет, нет. Лет, сколько уже лет не было? Лет, наверное, 6 не было нормального снега. Ну, был там, вот выпал, у нас там через 2 дня растаял такой. А некоторые зимы вообще не было, подал. Да, вообще не было. Вот какие-то развлечения здесь есть? Например, в Германии, я узнаю, там БАДы есть, там термы немецкие. Здесь какая-то есть такая тема? Ой, вот развлечения здесь... Здесь море. 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 Приезжали наши друзья из Норвегии, говорят, сколько у вас здесь всего? То есть тут одних только вот этих парков аттракционов штук 7, наверное. Там все очень... Для детей рабочие? Ну, там такие, что детям страшно будет. В каждом городке, даже небольшом, там на 30 тысяч человек, есть как минимум боулинг, бассейн, такие всякие, кинотеатр. Да, то есть это абсолютно в каждом маленьком даже там городке на 30 тысяч человек это обязательно присутствует. И может быть не одно, а много. Потом, кроме этого всего, например, вот мы сейчас купили в зоопарк годовой билет. То есть мы целый год в любое время можем поехать в зоопарк сафари. И зоопарков по Дании очень много, то есть там, причем есть зоопарки сафари тоже много, то есть когда ты заезжаешь машиной, довольно большая территория, ну, я уже не говорю про Леголенд, Тиволи есть, в Копенгагене Тиволи есть, в Орхусе. Тиволи это самый первый парк аттракционов нет, в мире. Нет, второй. Тиволи первый был. Второй, а первый был Королевский. А, ну, тоже в Дании. Тоже в Дании. Да. Дисней взял вообще идеи вот с Тиволи. Да.
Thank you.